государственник, моя обязанность, когда глава поручает, я прихожу, участвую. Сегодня я пришел как режиссер-постановщик, которого спасибо руководству театра, вы доверили мне поставить спектакль под названием «Князь Игорь». Я беспокоюсь за эту работу, потому что потрясающе у меня замысел есть, как всегда. Поэтому я беспокоюсь, что вот такая небольшая такая болезнь роста театра, вот это, оно может чуть помешать, потому что, друзья, так мало времени, и это, с одной стороны, хорошо, понимаете, да вот месяц впереди, все запланировано, я знаю, как сделать, что сделать, с кем работать. Но хочу напомнить о том, что вот этот проект, он является всероссийским проектом. И в этом году был объявлен конкурс, и на этом конкурсе мы выиграли. В результате той работы, которую провело руководство театра, продюсер, ну и мое имя сейчас работало, извините, потому что тут говорят много-много выдающихся людей, а я тоже думаю, что я выдающийся. Всякое человек про себя думает. И вот в результате этого мы получили этот грант. Это огромное доверие, огромное, как бы, аванс такой. И правильно здесь говорят о том, что, господа, если мы преодолеем этот спектакль, особенно этот замысел, про который я вам специально буду рассказывать, перед худсоветом, перед макетной репетицией будем проводить, перед всем коллективом, перед хором, так, если мы преодолеем это, то театр поднимется на новое это. Поэтому тот кризис, который сейчас происходит, это подготовка к большому делу. Меняем КВР там, да? А? Так, это первое. Второе. В этом театре музыка властвовать должна, а не демагогия. Понимаете? Мне тоже Шадрин в свое время убедил, что я выдающийся. Я до сих пор вот хожу, что я выдающийся. Так, поэтому главное это творчество, искусство. Поэтому я зову в 2 часа солисты. Давайте придем и начнем репетировать, а? Давайте работать, господа. Кстати, господин Щучкин, вы помните, я поставил здесь спектакль под названием «Нюргун Батыр». Неплохо прошло. А Борис Годунов на Большом театре лучший спектакль года был объявлен. А помните спектакль, который... Сейчас я не могу не заниматься. А помните спектакль, который... Кудакса Великий. Я сказал, только что объявили, я сказал, мы идем на золотую маску. Помните? А золотую маску привезли? А сейчас мы с этим спектаклем идем на турне европейское. А турне, когда будут засмеять? Когда я заходил, сказал, что вы будете в Париже, в Японии, Китае, ля-ля-ля-ля, они все хохотом засмеялись. А потом были, поэтому мы готовимся к мировому турне с этим спектаклем. Вот какую задачу надо поставить. Вот с этим надо идти. Он же сказал мне, давай сделаем по Кутанце великому спектаклю под названием «Кутанце великий Александр Македонский». Я заказал это Кобейкину, мы поставили, мы золотую маску получили. Давайте работать, господа! Давайте, да? Согласны? Идем, кто со мной, работаем! Спасибо, Александрович, спасибо. Вам здоровья, успехов. Давайте по заработной палате все-таки послушаем.